Каждая вещь стремится стать собою. Стул стулом, стена стеною. Время эпохой, человек человеком. Стремление это тщетно, как дергание века, но форма вещи и есть стремление, форма и суть. Сама же вещь – оболочка для желания быть самой собой. И это непросто. Как известно, нужно долго и быстро бежать, чтоб суметь удержаться на месте, иначе себя не догнать. Так Алисе в стране зазеркалья приходилось бежать за собой. Все вещи, дети, и в каждой тайна. Так соната Бетховена хочет быть сонатой Бетховена, а не черной россыпью нот на линейках, кричащей от жалющих звуков рояля. Так стихи хотят оставаться стихами, без букв и без глаз, без пальцев читателей. Так человек хочет быть человеком, не зверем, не ангелом, человеком. И только лишь раз, быть может, только лишь раз за всю жизнь удается достичь этой цели. И тот, кто всегда начеку, кто, слушая, слышит желания, кто может узреть изначальную суть, тот ныне уже в пути.